Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Еще одно короткое видео. И сегодня про нашу основную продукцию, клеемазательные машины. Как вы видите, это МКМ-40, все та же машина, но доработанная. Внешне пока никаких изменений, в принципе, по сравнению с той, что была. Сейчас покажем, в чем конкретно изменения в этой машине. Сейчас вот мы открутим, снимем крышку. И вот изменения. Мы реализовали цепную передачу в клеемазательной машине. До этого передача была прямая от двигателя на вал через муфты китайские. И было это не лучшее решение. То есть мы там и другой вариант придумывали, который делали сами. Но вот конкретно с китайскими муфтами были проблемы. И мы ее решили таким образом. Вот сделали цепную передачу. Получилось очень надежно. Там используются звездочки из нержавеющей стали. И цепь обычная, стандартная, такая же, как на велосипедах. Цепь. То есть, по сути, я так понимаю, что этой цепи хватит на весь срок службы данной машины, потому что нагрузки здесь как таковой нет. Это в велосипеде там нагрузка большая. Вот то, что хотелось показать. Есть еще одно небольшое изменение. Мы уменьшили размер вала на 1 сантиметр. То есть она была, вернее, длина вала была 40 сантиметров, теперь стала 39. Для чего? Вроде как бы нелогично, да? Но из-за уменьшения увеличилось вот это расстояние. Расстояние, то есть до края ванны. Что это дает при более густом, вот когда используется густой клей, то вал, когда гонит клей, клей может вытекать через край ванны. Ну или быть близко к этому, чтобы вытекать. А так все-таки по пол сантиметра еще с края убрали, и поэтому теперь и эта проблема должна уйти. Вот. А так это все та же наша надежная клеемазательная машина. Да, и вот этот механизм цепной передачи, он реализован так, что в принципе на те машины, которые мы выпустили до сих пор, вот именно из этой серии, можно установить вот этот вот цепной привод. Если кто-то в Москве, то, пожалуйста, привозите за минимальные деньги, скажем там, ну, все-таки это расходные материалы, заодно обслужим машину, скажем там, за 1000 рублей мы установим вам вот этот вот цепной привод. Ну, или можем выслать в регионы комплект с инструкцией. Как установить? Ну, в принципе, тут, да, все посадочные места те же самые использованы, которые были на машине. Так что, если кто-то хочет заменить, ну, а если все работает, то зачем менять? Это так, для информации. Все, спасибо, до свидания.